Я нахожусь в очень живописном месте. Вот здесь пруд, бьют фонтаны, лес, птички поют. Здесь начались работы по благоустройству ландшафта. Сейчас покажу часть электромонтажных работ. Это терраса жилого дома. На полу будет постелена тротуарная плитка, а на границе с прудом стоят заграждения, как бы поручни. Была поставлена задача декоративно их подсветить. Мною было предложено вот такой гибкий неон на 220 вольт постоянного тока с температурой свечения 3000 кельвинов. В принципе, он здесь и будет применен. Освещение будет разделено на три контура. Первый контур будет начинаться отсюда, от этого столба, продолжаться. Здесь будет находиться калитка, чтобы открыть ее и прыгнуть можно было в пруд. И неон будет продолжаться на гибкой связи и на калитке тоже. Второй контур будет начинаться от этого столба и продолжаться сюда. Будет продолжаться, продолжаться. В этом месте будет вторая калитка, и на ней тоже, соответственно, будет продолжаться неон. То есть калитка будет открываться с неоном. Третий контур будет начинаться вот от этого столба и продолжаться дальше. И будет упираться сюда в дом. Поскольку электрика делалась в этом доме довольно давно, питание было выпущено из дома только одно через выключатель, а контура надо было только три. Я предложил использовать радиомодуль и расположить его здесь в колонне. Вот подвел питание. С этой стороны колонны будет располагаться скрыто-распаечная коробка с радиомодулем ТДМ трехканальным. И из этой же распаечной коробки выходит три линии в ПНД-трубе к местам подключения. Дальний, средний и самый ближний. Пульт выглядит следующим образом. У него несколько режимов. А, Б, С – это включение-выключение трех каналов. Д – это выключение с задержкой 15 секунд. То есть нажал, через 15 секунд все выключилось. Е – это включение всех трех каналов. F – выключение всех трех каналов. Вот показываю. Канал А включил, загорелся наш неон. На камеру моргает, на самом деле вживую он в жизни не моргает. Вот включаю. Канал Б включился. Включил, выключил. И канал С, вон там вот вдали находится. Радиус действия на всей террасе и далеко за ее пределами. И даже здесь, возле фонтана, стою, включаю, выключаю лампочку. Ну, на этом все. Лайк за годный контент.